Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys и сегодня соберем дом лофт. В набор входит клей, наждачка, 280 деталей конструктора и подробная инструкция. В этой инструкции вы увидите перевод всех обозначений на 16 языках. А также сбоку на каждой странице вы увидите места расположения нужных нам деталей. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. Детали, помеченные крестиком, нам не нужны. А для таких неровностей используем наждачку. Для удобства используем вспомогательный инструмент. Обращаем внимание на расположение деталей. С другой стороны закрепляем точно так же. Переворачиваем и закрепляем. На соседнем углу делаем то же самое. Здесь обращаем внимание на отличие деталей и их расположение. Эти детали клеим засечками наружу. Все остальные выступы заклеиваем по аналогии. Стрелочка на детали должна смотреть вверх.
Эти детали вставляем во внутреннее отверстие. Стрелочки на деталях должны смотреть вверх. Клей не должен попасть на детали под номером 20. Это деталь под номером 21. И еще два выхода делаем точно так же. И все это закрепляем снизу. Обращаем внимание на расположение деталей. Закрепляем снизу. Засечка должна быть снизу. We'll be right back.
закрепляем стенки. Клеим лестницу, ориентируясь по этим засечкам. Обращаем внимание на расположение деталей. Обращаем внимание на расположение деталей. Прямая сторона должна быть сверху, а скошенная снизу.
Точно так же закрепляем посередине и снизу. Обращаем внимание на отличие деталей. По бокам детали под номером 82, а внутри деталь под номером 83. Для удобной игры эту решетку мы просто вставляем. Большую решетку мы тоже вставляем без клея. Готово! У собранного дома лофт, два этажа, мансарда, две террасы, раздвижные двери и две съемные решетки для удобной игры внутри дома. Конструктор вы можете раскрасить акриловыми или гуашевыми красками. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!